Сегодня 30-летний юбилей отмечает один из ведущих вузов Кыргызстана – Кыргызско-Российский Славянский университет. КРСУ является одним из давних и надежных партнеров представительства Россотрудничества в Кыргызстане. За эти годы университет смог реализовать очень много полезных и интересных проектов в сфере образования, науки и культуры. Также в рамках сегодняшнего мероприятия была проведена встреча министра образования Кыргызстана и министра образования России в узком формате. Российский Славянский университет имени первого президента России Бориса Ельцина начал свою деятельность в 1993 году. Первые 200 студентов уже к 1998 году защитили свои дипломные работы. Кандидат юридических наук, доцент Гульнура Джунушева, тоже выпускница этого вуза. 23 года она работает преподавателем факультета уголовного права и криминологии в КРСУ. И сегодня наша героиня была награждена нагрудным знаком «Отличник образования Кыргызской Республики». Здесь именно, наверное, на методах преподавания здесь используются, как во всех университетах, общепринятые, да, методы, но еще и интерактивные, и вообще дается возможность студентам больше раскрыться. 30-летие КРСУ совпало с саммитом глав стран СНГ и с официальным визитом президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Именно сегодня отмечается и другая значимая годовщина – 30-летие основания Кыргызско-Российского Славянского университета. И это еще раз подчеркивает многогранный характер российско-киргизского партнерства, которое охватывает самые разные сферы и, естественно, культурно-гуманитарную. В стенах Славянского университета обучаются 8,5 тысяч студентов из 20 стран. В 2023 году на деятельность университета России выделено порядка 450 миллионов рублей. Министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову удалось принять участие в данном мероприятии. По его словам, между двумя странами обсуждается полная перезагрузка деятельности университета. В этом году принята программа развития. Мы ее дополнительно профинансировали, очень так существенно. Появится новое направление подготовки, и упор будет сделан на подготовку кадров под текущие перспективные потребности Республики Кыргызстана. Здесь большой спрос на специалистов, на учителей школ, на специалистов инженерных специальностей и направлений, на инженерные кадры, инженерно-технические кадры. С каждым годом Кыргызстан и Россия реализуют все больше проектов в сфере образования. Как отметила министр образования страны доктор Кулькендербаева, для реализации поставленных целей перед вузом имеется поддержка обеих стран. Уверенно должны закрепить свою позицию топ лучших вузов в стране, в том числе Центральной Азии. Есть убедительная политическая поддержка, прекрасный это преподавательский состав, а также финансовая поддержка и потребность есть. И они должны занимать прекрасную нишу в рейтинге самых лучших вузов мира. Также сегодня рассказали, каким будет КРСУ к 2050 году. Ожидается обновление инфраструктуры университета. Будет построен новый студенческий городок и кампус на месте архитектурного факультета, где общая площадь земельного участка составляет 3 гектара. После обновления, скажем, после расширения у вуза будет такая возможность принимать еще больше студентов, которые как бы желают обучиться именно в КРСУ. Абсолютно верно. Мы рассчитываем увеличить как минимум в 2 раза количество студентов, обучающихся. Мы хотим вывести наш университет на первое место в рейтинге университетов Центральной Азии, как минимум. Это уже за ближайшие 5 лет. Когда мы уже можем увидеть первые шаги реализации этих планов? Ну, я думаю, что ближайшие года 2 вы точно уже увидите и глобальные масштабные стройки, запуск новых корпусов, ремонты этих корпусов. Это что касается инфраструктуры. Кыргызстан – это уникальная страна, куда безвизово могут приезжать очень много ученых. Отметим, имеется огромный потенциал сотрудничества в сфере образования между двумя странами. Например, в рамках рабочей поездки главы Кабмина Акылбека Джапарова в Сочи в июне этого года стало известно о строительстве 9 школ в городе Бишкек со стороны Российской Федерации, открытие филиалов МГУ, Высшей школы экономики в Кыргызстане, а также Кыргызско-Российского института аграрных технологий и биомедицины имени Скрябина на базе Кыргызского национального аграрного университета.
Рахат Батырбекова, Меримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.